Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас обзор очередного квеста в игре Шарарам. Собери рог по деталькам. Наверное, что-то интересное будет. Быстрее бежим на пляж к боссу-бабосу. Привет, босс! О, да, в Шарарам приехали самые крутые рокеры страны игрушек. Прям как у меня в клубе, наверное, да? Но на последнем концерте они выдали такой громкий звук, что разболились. Помоги ребятам собраться. За это я подарю тебе шоу в клуб или спутника рокера. А, скорее всего, если мы два раза пройдем этот квест, то нам, может быть, дадут и то, да? Ну, как раз меня просили шоу обновить в клубе. Как раз я это шоу новое поставлю. А, так. Прикольная сцена такая вообще. Все из лего. Весело. И, кстати, из новинок еще у нас вот есть волшебная распродажа. А, нам доступна магия динозавр. Давайте ее купим. А, есть такое дело. Так, где она? О, и динозавр. Я тут не один такой. Ха-ха. Сейчас затопчу всех, да? Надолго ли ее хватает? Нет, не хочу секретик, хочу стать опять своим смешариком. Как видите, долго не превращается. Обычно магия действует там, ну не знаю, секунд 5 там или сколько-то. Здесь вот она бесконечная. Так, не приставать ко мне, динозавр. Не хочу. А, так, ладно, и следующее. Это смешутка лягушарик. Дорогущая. А, ну а что делать? Попробую. Так, кого превратить? Лягушку. Не, ну прикольно тоже, да? Лягушка это почти как динозавр, только чуть-чуть меньше, но все равно тоже зеленая. Ладно, начинаем квест. Почини рокеров. Найди в Шарараме рокеров и собери их. У нас их аж 8. Ясно. Давайте искать, как они хоть выглядят. Ну, я думаю, будет понятно. Первым делом идем в пиратскую бухту. Почему-то мне кажется, что здесь кто-то будет. Да, вот. Самое что ни на есть рокерша. Я так била по клавишам, что они рассыпались. Помоги мне их собрать. Найди нужные клавиши и отметь ее. Итак, смотрим. Красная, голубенькая, желтая. Голубенькая, красная. Ну или там розовая, желтая. Получается здесь не хватает. А, там еще разные ноты. Стоп, я запутался. Так. Я внутри не посмотрел. Так, как же здесь быть? Получается, желтый. А, ну вот. Такая вот есть. Такая есть. Не хватает этой вот первой. Все, точно. Ты починил этого рокера. Он пошел готовиться к выступлению. А ты пока помоги другим. Давайте искать. Так, бухта были. Морской порт. Их 8 штук, поэтому они почти в каждой локации. Может быть, я где-то ошибусь, но вот как здесь, да? В порту их нет. Дальше. Площадь передиска. Так, есть рокер? Нет рокера. Блин, да что ж такое? Должен быть. Ладно, автодром. Я сейчас, наверное, пройдусь по всем локациям, где их нет. А потом дальше... А, вот стоит кто-то, да? С планшетом прям. А я отвечаю за спецэффекты. Но машина спецэффектов развалилась. Собери ее, пройди 3 уровня игры. Вечный двигатель в домике Пина. А, вот это да. Это надолго, в общем. Не слишком моя любимая игра. Зато вот есть позитивная энергия. Так, и идем в домик Пина. Итак, помогаем. Тут первые уровни совсем не сложные. 1, 2. 1, 2, 3. Помню, какая-то игра была, что там очень много нужно было, чуть ли не 6 или сколько раз на первом уровне. А здесь всего 4, потом 5, потом 6, как бы. Это совсем не тяжело запоминать.
Тем более вот нам помогает, видите, в начале два раза одна и та же деталь высвечивается. Три. Да, вообще, просто песня. Четыре. И последний раз на этом уровне. Какой же будет? Один, два, три, четыре, пять. И второй уровень тоже пройден, да? Осталось всего лишь один уровень. И тут будет... А, семь повторов, уже даже не шесть. Один. Два. Три. Четыре. Так. Пять. Так, начинает сложновато быть, по кругу нас гоняют, чтобы не перепутать последний ход. Так, так, так. Ого, так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Ты починил этого рокера. Он пошел готовиться к выступлению. А ты пока помоги другим. Отлично. Второй рокер готов. Идем дальше. Где мы еще не были? Так. Парк аттракционов. Я ходил? Не ходил, по-моему. Или ходил? Тут тоже никого нет. У нас осталось уже не так много локаций, так что я думаю, там везде уже они почти будут. Ха! Тут нет, слушайте. Ну, в лесу 1000000% должен быть рокер. Как же это лес без рокера? Вот, да, есть барабанщица. А, моя ударная установка развалилась. Помоги собрать ее. Даешь рок. А, так, как с чего начинается барабанная установка? Кто-то знает? А, тут есть какие-то запчасти, понятно. Значит, это уже чуть полегче, да, будет? А ну-ка. Нет. Нет, нет, нет. Это может сюда. Отлично. Она точно подходит? А то как-то стало, по-моему, кривовато. А ну-ка. Это тоже сюда. Ничего себе. Значит, это сюда. Да, подходит. Так, здесь рука у меня... А, это не рука, а диск торчит. Сложновато, сложновато. Ну, хотя, в принципе, если постараться, то, я думаю, реально собрать. Так, 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 так. Вот это сюда. А, это, наверное, сюда куда-то, нет? Блин. Это, скорее всего, по центру будет. Да. Догадаться несложно. А это вот сюда. Вот так вот. То... Ой, нет, это в другую сторону. На другой барабан. Логично, что этот значит сюда. Так, ну а здесь такие... Нет. Это вот сюда. Под конец, когда уже немного их остается, то, в принципе, вообще ничего сложного. Только слишком мелко как-то. Сделали картинку больше, поток как-то тяжело. Глаза напрягать, особенно когда я ночью играю, то уже глаза сонные, толком ничего не видно. А, так. Последний кусочек. И ура! Ну, говорите нам ура. Ну. Супер, ты починил этого рокера. Он пошел готовиться к выступлению, а ты пока помоги другим. Так, ну, Снежная гора там не факт, что будет что-то. Хотя все может быть. Да, вот, есть рокер. Рокерша опять. У нас тут одни рокеры. Я играла громче всех и развалилась почти полностью. Найди все мои детальки.
где их искать? Обалдеть. А, это, наверное... Подождите. На картинке здесь детальки. Одна, вторая и третья. А сколько их всего должно быть? Интересно. А, вот еще четвертая. А я думал, эта игра какая-то будет мини. А, подождите. Можно нажать два раза, и получается она отменится. Но я вижу четыре детальки. Получается ноги. Вот рука у нее лежит, торчит, да? А, что-то там еще. Наверное, все. Да, четыре детали. Ты починил этого рокера. В общем, он пошел готовиться, а мы идем дальше. А, так. Снежная гора. Затерянный каньон. У нас осталось, по-моему, там... 4 или 5 локаций всего. И тут тоже есть рокер. Так, моя гитара развалилась. Отметь подходящую деталь, иначе я не смогу играть. А давайте думать. На что она похожа? Во-первых... А, так, сверху должна быть такая тоненькая полоска. Значит, все нижние... Нет, нижние получается... Шестая отпадает. А, четвертая отпадает. Так. Пятая, кстати, похоже. Так, смотрю дальше. Третья отпадает. Вторая отпадает. Получается, либо первая, либо пятая. Нужно подумать. Внимательно. Так, интересненько. Так, я все-таки склоняюсь к первой. Сейчас я перепроверю. Так, везде темное все. А ну-ка. По центру идет. Там тоже по центру. А, не-не-не, слушайте. Тут маленькая насечка. Все-таки пятая. Все, супер. Угадал, не пришлось тратить румбики. То есть уже... плохо вижу ночью. А, ну это, конечно, шутка. А, но все равно здесь пришлось присматриваться. Так, вот еще один рокер. У меня отвалилась тень. От нее на сцену не выйду. А, давайте искать тень. А, так, ну, во-первых, это не третья, да, потому что неправильно, не ту сторону стоит. А дальше. Не вторая, потому что рука неправильная слева у него. И не первая, то же самое, рука неправильная, да? Получается вариант только четвертая. Точно. Хотя не. Нет, не четвертая. Что ж, я ошибаюсь. Получается наоборот. Или первая, или вторая. Вот. Вот, вторая. Все, поменял свое мнение. Присмотрелся и угадал. Как тяжело сегодня у меня идет квест. Так, главная площадь. Я просто не помню, сколько осталось. Еще один или два? По-моему, два. Так, одноногий рокер. Я весь перепутался. Посмотри на мой портрет и отметь все мои родные детали, чтобы я смог собраться. А, оказывается, это просто... Этот... Он собрался неправильно. Так, какие же его родные детали? Рука... Ну, рука... Так, какая рука? Вот эта рука есть. Дальше. А, кепка вроде правильная у него. Ноги. Ноги вот черные. А, корпус вот такой. А, дальше. Что еще здесь у него? Ну, вроде все правильно, да? Ноги, корпус, руки. Все я отметил. Ой! А что ж такое, подождите. Что я неправильно отметил? Так, руки. Вот такие черненькие, как с магнитами. Вроде ж они, вот они. Дальше, корпус. Корпус тут только один вариант. Вот этот. Ноги.
Ноги тоже. Так, получается, что неправильная шапка, что ли? Я не пойму. Лыба, по идее. Я не пойму. Так, а может все-таки сколько деталей было, хотя бы написали? Ну вот, да, 4 детали. Блин, хоть бы писали что-то. Ладно, починил так и починил, пришлось румбик тратить. А, космодром. Наверное, последний рокер там. Нет, а сколько их осталось? А, один рокер остался. Где я еще не был? Я не был в клубном квартале, по-моему. Точно. Не точно. А где я еще не был, слушайте? А, может, я в подводном мире не был, а то я все локации вроде ж обошел. Я ж не слепой, как бы не заметил никого. Получается, здесь тоже нет. Значит, кого-то я пропустил. Нет, не хочу искать сокровища, хочу найти еще одного рокера. Подождите, а как я здесь пропустил? А, я просто здесь шел гулять это в игру Пина и был сосредоточен на том, чтобы играть в, ну, у Пина, а сюда даже не посмотрел. Я не могу репетировать. Наша сцена вот-вот развалится. Почини ее, собери детали в детском саду. Понятно. Теперь ждать еще деталей. Сколько их там? Мне нужно 18 деталей. Раз, два, три. Получается, это мне нужно будет 2 раза по 20 минут ждать. Чи, 2 раза по 10. Обалдеть. А пишут где-то количество деталей или нет? Да, видите, только 6 из 18. То есть нужно будет ждать 2 раза по 10 минут. Обалдеть. Ну ладно, тогда придется пока есть ваши подарки принять. Вы их перестали дарить, и наконец-то я их немного разгреб. Так, тетя Кола подарок прислала. А, крутой чел просит ключик. Принцесска, Тошка, Карина. Карина. Гристи. Главный Арара, просто Смешик. Имсч. Кос, Ксюша Кира, Леша. Долих Фокс, Артем. Крутой я чел. Это, наверное, те подарки, которые дарили мне еще пару месяцев назад, если не раньше. Я как раз только до них добрался, да? А, Байл Гор, Паста Барилла, Айлана, Жека, Финичка, Шакух, Гипер Алина, Мумия, Гипер Макс, Алани, Футболист, Артем, Рома Жилин, Милая Дебби, Тиша Я, Дресс. А, буквально там... Вы видите, чуть-чуть не хватило. 4 осталось подарка. Ну что ж, уже почти разгребся, скажем так, с ними. 50 запросов. Вообще, в последнее время мало и запросов, и подарков от вас. А, ну, открытки их можно всего по 20 получать, поэтому открытки всегда есть, да? А, открыточка от Кэти. А, Ален Фроли. Самир. А, Шарш. Миленко. Рома Жилин, Крутой я чел, Кошка, Гипермакс, Финичка, Гипералина. А, интересно, Гипермакс и Гипералина — это разные люди? Или может просто друзья такие? А, так, это повторы все. Мишака, Венор, Крутой я чел опять, Пронин Артем. То есть несколько человек опять задарили меня открытками. А, ну а пока я жду детальки эти, то почитаю ваши сообщения. А как называется твое первое видео? Волновался ли ты? А, спасибо за ответ. Плюс один подписчик. Ну, подписчики мне не нужны, подписчики пускай будут, да? Ой, кстати, я хочу себе шарфон поменять. А какой выбрать? Давно не было у меня. Очень давно, да? А, чертенок или летучая мышь? Пускай будет сегодня летучая мышь. Там они как-то шли все комплектом. И летучая мышь, и чертенок, и привидения. Все такие страшные-страшные шарафоны. Во, совсем другое дело.
А, слушайте, а мне не сильно нравится. Получается, смотрите, здесь почти ничего не помещается в нем. Вот взял другой, да, а тут то же самое вообще. Почти пару этих всего там строчек. А, ну вот я нашел шарфон, на котором все помещается. И который не тот, который последний у меня. В общем, стадион, прикольный шарфон. А, итак, ответ на вопрос. А я уже не помню, как там даже первое видео называется. А, я записывал там, понятно, что без микрофона. А, непонятно, как записывал там. Непонятно, что из этого получилось. То есть это было как-то не мое кино. Что-то было там, по-моему, про Тома какая-то флеш-игра. А, то есть там он с Анжелой там что-то они там чудили, короче. Ну, просмотров там было там, может, один или два, а может, 10 за несколько дней. То есть все было печально. Даже не хочется вспоминать, если честно. А, привет, сними прохождение игры «Гарри Поттер и философский камень». А, ну, не знаю, друзья, напишите в комментариях, хотите ли вы видеть эту игру. А, потому что игра это длинная, как бы записывать ее сложно, потому что она на компьютере. Сначала нужно ее записывать, там редактировать. Много она места занимает, ресурсов компьютерных. То есть, если кто-то еще захочет, то обязательно запишу. Просто у меня есть сомнения в том, что будут ли ее смотреть. Вот поэтому я спрашиваю. Все зависит, как всегда, от вас. А, привет передаю Саше Щербине. А, поиграй, пожалуйста, в игру «Танки онлайн». Но я когда-то говорил, что там, чтобы что-то было интересное, это нужно убить на нее там пару месяцев минимум, чтобы там себе нормальный танк сделать, там, не знаю, какие-то там апдейты покупать там за деньги. А, потому что если просто зайти в обычным танком, то там тебя через 5 секунд прибьют и потом сидеть, смотреть как бы в экран. Ну, не сильно интересно. Я в нее играл, когда только эту игру создали лет, наверное, 7 или 8 назад. В общем, поиграл пару недель и забросил. А, как получить драконье шоу? Скажи, пожалуйста. А, ну, я помню, что драконье шоу давали за квест какой-то. Прошлой осенью был. А, то есть купить его, по-моему, нельзя. А, нет, его давали за не за квест, а за шарарам карту какую-то. Да, точно, то есть, так что, скорее всего, только вот или в квестах, или в шарарам-карте, или где-нибудь еще можно это получить. А, привет, YouTube, какой твой самый лучший друг с шарарами? А, ну, на самом деле, я уже говорил, что для меня в шарараме все равны. То есть, те, кто хорошо относится ко мне, не грубят, там, и так далее, я ко всем отношусь тоже хорошо. Это главное. Кстати, вот детальки уже еще одни созрели. Продолжу чтение сообщений ваших. Вот мне уже помощь предлагают в прохождении. Но вроде бы тут сложного ничего такого нет, да? Так что я попробую сам все-таки. А, привет, Вероника. Вопрос, почему ты назвал канал именно просто детки? Я уже, наверное, не знаю, раз 10 на него отвечал. В видео разных. То есть, ну, логично, что детский канал. Обзор детских игр, как бы. А, соответственно, я посмотрел там, какие есть названия каналов там, и так далее. Ну, мне почему-то вот взбрело в голову так. Просто для деток, что ли. То есть, просто для деток бы не звучало, поэтому просто детки. Как-то так. Ну, вот меня уже сколько раз просят поиграть в трагедию белок, а я как бы ее там, или не знаю, или установил там, или скачал. Пробовал в нее играть, но, блин, у меня почему-то не получалось. То есть там толпа белок бегает, разные игроки там что-то творят, там, кажется, кто-то из них там все портит. В общем, мне показалось это для записи неинтересным. Если будет много желающих, то есть пишите, тогда я запишу. Но пока мне как бы не захотелось ее записывать. А, привет Артему, который шакух. А, будешь снимать растения против зомби? Да, кстати, надо записать, я почему-то их отодвинул в сторону. Ну, в последнее время много было интересных таких топовых игр, типа там всяких смешариков, там фиксиков, там новая игра от Лео и Тих. То есть, ну, очень много интересных игр было, поэтому такие вот, которые я записываю не часто, я про них подзабыл немного. А, поиграй в битву в «Мутанты. Битва за кубки. Вторая часть». Ну, я глянул на эту игру, такая страшненькая, там собачки мутируют, дерутся с друг другом. Ну, может, поиграю такую. В принципе, неплохая игра. Но, по-моему, долгая, если я не ошибаюсь.
выпивший обзор на игру Колонизаторы. Умоляю. Но я не знаю, если это стратегия, то записывать стратегии я не готов. То есть они долгие, для детей как бы скучные чаще всего. Ну, в общем, может, я не то смотрю немного. Так что, пожалуйста, дайте ссылку на игру, я проверю еще раз. Потому что вот вы пишете пожелания, я прошу потом оставлять ссылки на игры в комментариях там или мне присылать сюда. А никто не присылает. То есть сказали там, запиши то-то, то-то и все, и забыли. То есть я же как бы стараюсь серьезно к вашим просьбам относиться, а вы не серьезно. Ну, некоторые, во всяком случае. А поиграю в игру Roblox Adopt Me. Ну, кстати, возможно, Roblox в скором времени вспомню про Roblox. Потому что подзабыл уже немного про него, да, нет времени. Но, возможно, скоро появится, так что ждите. Привет, крутой чел. Ну и вот на сегодня сообщений ваших все, больше нет, как бы прочитал. И все детальки как раз вот под расчет собрал. И можно идти в Гармашковую долину, отдавать их вот этой девочке. А, молодец, ты починил всех рокеров, и они начали концерт на пляже. Но в клубном квартале случилось что-то ужасное. Скорее беги туда. А я уже знаю, да? Я заходил туда, там сцена пропала. Обалдеть, вы же помните, да? А, не. Слушайте, не было же сцены здесь. Так, босс-бобос. В Шарараме появился рокер-великан. Злится, ух, все клубы как конструктор в кучу собрал. Я пытался помешать, так он меня сюда посадил. Останови его и спаси клубы. Вот засада. Итак, спаси клубы, поговори с великаном на автодроме. Идем к великану. Ого, какой здоровый. Куда пропал? Рокер, это мои игрушки, и они меня не позвали на свой концерт. Ух, как я рассердился. Ой-ой-ой, иди домой. И я тоже пойду. Извини, они не хотели тебя обижать. Что ты теперь сделаешь? Я соберу все клубы Шарарама как конструктор и построю из него крутой рок-клуб. Там будут рокеры получше ваших. Нет, оставь наши клубы в покое. Я сам тебе построю самый крутой рок-клуб на свете. Построишь? Вот это да. Только сначала собери в Шарараме крутые украшения для моего рок-клуба. Окей, показывай, что надо собирать. Автограф группы Коршун, байкерский шлем, золотой микрофон и рок-афиша. Обалдеть. Да где же их искать все? Ладно, пошлите искать. А вот, по-моему, золотой микрофон в порту. А вот на снежной горе лежит байкерский шлем. Что он здесь делает? Кто его здесь забыл? А, вот нашел первый плакат, оказывается, он не в локациях, а именно вот в этом доме мод там или где, да? Нужно заходить именно внутрь. И еще один остался найти. А, в бюро путешествий вот висит рок-афиша Фредди. По-моему, все, я собрал все предметы и можно идти к великану. Построй рок-клуб. Расставь блоки в правильном порядке. Кликай левой кнопкой мыши по блоку, который ты хочешь передвинуть на свободное место. И я оставлю Шарарам в покое, а тебе подарю подарок. В клубе 3 этажа построй их все. Ой-ой-ой. Выше, выше. Рок-клуб, давай. Это эти пятнашки. Блин, не сильно я их люблю. Честно скажу. Это не всегда быстро. Как бы видео ограничено по времени, поэтому вот не всегда это получается хорошо. Так, ага. Не так. Не так. Как мне быть? Не знаю даже. Шесть, пять, в общем, не так опять.
Да. Это задание надолго, поэтому я такие задания не люблю. Тут как не повезет с самого начала. И думай потом, куда его, что девать. Да, почти получилось, только в неправильном порядке. Это строительство. О, получилось. И следующий, последний этаж. Блин, это самое тяжелое. Не люблю такое. Дали бы уже мне по этот. Два свободных места. Так что ли, да? Так, тройка. Ой, мне так не получится. Вообще куда-то их нужно спрятать. Вот, хорошо. Верхний ряд есть. Так, пятерка. Восьмерка пускай здесь стоит. Семерка. Вот она рядом, да? Так, а как я теперь отсюда выберусь с угла? Я не знаю. Так. 7, 5, 6. Не. Неправильно это все дело. 6. Вот, как-то так. Это второй ряд. И самое сложное это вот здесь, да? Если получится, чтобы они стали сразу хорошо, то хорошо. Если нет, то это потом можно с ними мучиться там, ну, просто нереальное количество ходов. Так, 9, 10. Может 12 сразу сюда подвинуть. Так, 9. 10. Не знаю. Так, 9, 10, 11. Как же здесь быть, а? Сейчас собью. 9. О, слушайте. А у меня-то получилось. Даже быстрее третий уровень построил, чем второй. Спасибо, ты построил самый крутой рок-клуб. Теперь я оставляю в покое ваши клубы, у меня свой есть. Ну, подарок получается... Спутник Рокер и Орден. И Рок-клуб. И Орден. Но я все-таки, наверное, возьму пока миссия спутника, а потом пройду еще раз, возьму клуб. Возможно, как раз поменяю, да? А, давайте, где я там есть? А, где мой профиль? И где мой спутник? Вот он. Ну-ка. А, прикольно, слушайте, как настоящий, да? Прикольно. А, ну что ж, друзья, вот очередной квест подошел к концу. Этот квест был из серии, мне кажется, все-таки интересных и сложных. А, поэтому, надеюсь, вам он тоже понравится. А если вам понравился наш обзор, если вы смотрите наш канал, если вам помогает в прохождении этих квестов, то поддержите это видео своими лайками, комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. Также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока. Вот смайлик.